Одеська облдержадміністрація оголосила відкритий конкурс на посади керівників 15 комунальних соціальних установ і охорони здоров'я. Про це повідомила виконуюча обов'язки заступника голови Одеської облдержадміністрації з питань соціального захисту та охорони здоров'я Марія Гайдар. За її словами, підставою для ротації стало завершення терміну трудових договорів, а також небажання декого розвиватися і йти в ногу з часом. До конкурсу допущені як нові кандидати, так і ті, хто вже займав керівні посади, навіть в тих закладах, в яких вони збираються претендувати на крісло. У нас нет задачи всех поменять, у нас нет задачи провести какой-то конкурс, в котором появились бы абсолютно неожиданные, совершенно какого-то нового типа люди. Наша задача провести нормальный, честный отбор, задать этим руководителям все необходимые вопросы относительно той работы, которую они ведут, и той работы, которую они планируют делать в ближайшие 3 года. В багатьох закладах с допомогою конкурсу на нових керівників збираються вирішити довготривалі законодавчі проблеми. В частности, детский дом ребенка Белоднестровского района не имеет с 2011 года аккредитацию. Но это серьезнейшее нарушение законодательства, и совершенно непонятно, как главный врач это учреждение возглавлял и как собирается возглавлять дальше. Это те ответы, которые мы должны услышать обязательно. Конкурс розпочато з 19 лютого. Він пройде в максимально короткі терміни. В п'ятницю 26-го – останній день прийому документів. Тестирование будет касаться знания базового законодательства, которое главные врачи должны знать просто по своим квалификационным требованиям. Это будут предложения этого главного врача по развитию этого медицинского учреждения и то, каким образом он сможет эту свою позицию объяснить и доказать. Діючі головні лікарі, окрім співбесіди, ще й відзвітуються за останні 3 роки своєї роботи. За процесом спостерігатиме спеціальна багатопрофільна конкурсна комісія. Мы собираемся приглашать туда 3 представителя от этого медицинского учреждения, чтобы они могли бы присутствовать и тоже принять участие в этом процессе. Мы будем приглашать уважаемых депутатов по 1 представителю от фракции. И мы будем приглашать внешних экспертов, которые имеют отношение к этой деятельности. Ну, например, если мы говорим о бюро медика, о судмедэкспертизе, то это очень важное медицинское учреждение для правоохранительных органов. И здесь мы уже пригласили прокуратуру и полицию, у которых могут быть тоже совершенно понятные рабочие вопросы к этим учреждениям. За словами Марії Гайдар, проведення конкурсу сприятиме оновленню кадрового складу приблизно 1/3 медичних установ Одещини. Коли спливуть терміни контрактів, ще 1/3 головних лікарів та директорів установ буде оголошено наступний відкритий конкурс. Івана Дерев'янко, Андрій Волков, «Факти».